пожалуй, исповедь такая, да, вот мы живем в этом доме 1,5 года, по-моему. Я могу сказать, что я ее закончу. Сейчас даже мне жена нальет кофе, я сяду с вами, выпью чашечку кофе, расскажу, как это все создавалось, какие были проблемы, как их устраняли. Я просто хочу доверительного, простого и честного разговора на тему вот все. Все. Я больше ничего не хочу здесь строить. Я вам покажу беседку, бассейн, который мы сделали. Я закончу. Ну, для начала, да, то есть, что такое деревянный дом теперь? Потому что у нас были дачи, но мы их всегда строили, продавали. Мы жили всегда в достаточно таком современном жилье, ну, далеко от деревянного. И у меня были такие легкие-легкие сомнения, то есть, не получится ли, что я живу на даче? Так как мы собирались построить дом для постоянного проживания всех. И у меня, и моей семьи, и моих детей. Такие, честно скажу, такие небольшие сомнения у меня были. Но в конце концов мы взяли и сожгли все мосты. То есть нам, по сути дела, жить было негде. Мы снимали дом, и уже путь был только вперед. То есть у нас не было альтернативных никаких вариантов. Мы могли только вот пробиться, нам все мешало. Помните, пандемия, дождь, кризис, ну все. Вот все, что могло случиться, случилось во время стройки. Вот теперь делюсь опытом. Я расскажу о проблемах, которые возникали, о методике их решения, этих проблем. Расскажу, удобно или неудобно проживать в деревянном доме, сколько стоит отопление. Опять же, это про толщину стен. Буквально вот сейчас разговаривал с потенциальным заказчиком, он говорит, хочу потолще. Ну, хочет. Так вот, фундамент заливали зимой. Не надо заливать зимой. Понимаете, когда вы строите дом и выходите на такую серьезную вещь и по затратам, и по значимости вашей семьи, не надо пытаться бежать. Потому что, конечно, хочется все быстрее, да? Но скорость, она зачастую становится дороже. Потому что пришлось греть, пришлось платить за многие вещи. То есть я думаю, что я на фундаменте переплатил 15%. В конечном итоге все равно я начал собирать дом весной. Но в этот момент пошли дожди. Опять плохо. Честно говоря, очень переживал, потому что месяцами, месяц весь май лил дождь, и дом набрал влаги, и появились зазоры между венцами. Вы знаете, тут недавно был на объекте, который строила Хонка, оказывается, что зазоры между венцами – это просто нормально. Но я не люблю. Мне очень хочется, чтобы дома, которые делает моя компания, а тем более дом, в котором я живу, он был такого мебельного качества, чтобы мы могли ходить и радоваться виду, вот радоваться всему. Не только так, понаставить там мебель, закрыть углы, там, а просто радоваться. Меня даже жена попросила замазать все зазоры, потому что, говорит, люди будут ходить, мы всем рассказываем, а у тебя такая история. Ну, вы знаете, дом высох. И все зазоры ушли. Пришлось выковыривать теперь эту штуку, которая была там. То есть не слушайте советов жен, делайте так, как считаете нужным. Кровля. Кровлю нужно утеплять не как рекомендуют там всякие технические учебники, а минимум 300 миллиметров. Это длинная история. У меня есть чердак, поэтому это не так сложно было сделать для меня. Но у кого мансардные этажи, не меньше. 300 миллиметров. Нужно не только между стропилами укладывать утеплитель, но еще при желании закрывать обязательно снизу, перекрывать стропилы, ну и желательно еще и сверху. С окнами вообще интересная ситуация. Мы поставили окна, а где-то на расстоянии примерно метров, наверное, в 50 от дома я начинал строить гаражный комплекс, то есть где гараж, котельная. А он сделан с вентилируемым фасадом и была натянута такая пароизоляция. И вот я так стою утречком, смотрю, а у меня на глазах идет такой солнечный зайчик, и моя пароизоляция расплавляется. Представляете? От того, что температура была разная, окна слегка выгнуло, и образовалась такая вот линза, так как мы поставили стекло. И я впоследствии скажу, что вот это был единственный недостаток, он был устранен. Есть два способа. Или поменять стеклопакет, мы посадили елки, то есть мы уменьшили фокусное расстояние. Но они очень здорово сохраняют тепло. Это мы зимой потом поняли, потому что рукой трогаешь стекло, и стекло изнутри примерно такой же температуры, как стена. Ну вот был такой прикол. Я так вот реально первый раз в жизни видел, что у тебя такой гиперболоид Гарина, да, такое стекло тут выжигает. Я, кстати, сейчас вот мы там, когда загораем,
возле бассейна, там отражается от верхнего этажа солнце, и вот берешь под этот зайчик, садишься, и у тебя при температуре воздуха на улице градусов 16, тебе просто очень жарко, потому что тебя греет этот вот лучик солнца, который вот отражается от окон. Потом, когда мы начали отделку, я все-таки решил сделать каменные полы. Вот если меня спросят, какой пол в доме должен быть, я, наверное, все-таки скажу каменный, хотя мы столкнулись с рядом каких-то неудобств. Объясню. Во-первых, ничего не бывает идеального. Ну ничего. То есть нельзя сказать, что деревянный пол это круто, каменный пол это плохо или наоборот. Где-то есть середина. Камень при одинаковой температуре поверхности с деревом будет всегда казаться холоднее, потому что он тепло забирает. Дерева нет. Но когда вы ходите по теплому полу, а у нас маленькие дети, это очень комфортно. Ну, вы знаете, когда у меня тут таскают стулья или мебель перетаскивают, я примерно представляю, как бы выглядел пол после всего этого, это, наверное, тоже плюсы. Убирать плюсы. А еще плюс, зимой мы практически не пользовались отоплением, потому что стоит автоматика, и теплых полов хватало на среднюю температуру до минус 10, хватало, чтобы отопить наш большой дом. Иногда включались батареи, но 1-2. Но каменный пол очень-очень сильно сушит воздух. Честно скажу, жаба задушила, увлажнение не поставила. То есть я многим рассказывал, вот буду откровенен со всеми, что если ты живешь в доме, пользуешься водой, моешь полы, там, не знаю, пьешь, там, не знаю, все что угодно, есть жизнедеятельность того происходит, не потребуется увлажнение. Каюсь, был неправ. Слушайте, сижу, вот прямо на глазах смотрю, мой идеально собранный дом начинает трескаться. А еще такие светлые стены, и появляются такие темные штучки. А я еще как раз тогда болел, да, нога у меня была, делать было нечего. Я целый день катался на тачке и смотрел, где же у меня тут косяки какие, что нужно делать. Мы померяем влажность воздуха, она была 14%, 14%. Купили такую большую установку, которая должна была что-то делать. Она, по-моему, съедала литров по 20 воды, но ситуация не менялась. У нас не подымалась ни влажность. Кстати, брус упал до 4%, 4-5%. Естественно, он стал меньше по размеру, естественно, пошли трещины. И на меня это действовало так, вот так неприятно было на все это смотреть. В общем, все эти установки не помогают. Они, видимо, только паркет спасают, потому что влажный воздух вверх не поднимается. Он по полу ложится и все. Это надо заливать, выливать, треск, шум, гам. В общем, не работают. И я все-таки перекрестился и решил систему увлажнения поставить. Дорогая штука, то есть мне на круг это вышло, по-моему, 1,5 миллиона рублей. Слава тебе, Господи, что мы делаем дополнительные каналы, потому что провести ее на втором этаже было без проблем, потому что на чердаке стоит система, мы пойдем наверх и посмотрите, что это такое, такая серьезная штука. А вот провести ее на первый этаж, думал, будет проблема. Но мы нашли два канала, которые были свободны, там освещение по лестничному холлу. Когда мы ее запустили, ситуация поменялась в корне. Влажность воздуха стала 45%, потом она подымалась. И постепенно дом стал оживать, он стал набирать. Во-первых, мы все восстановили. То есть еще есть один плюс деревянного дома, что вот эти все трещины буквально дня за 3-4 были устранены, подкрашены и ничего не видно. Вот передо мной стена, где была вся в трещину. Сижу, завтракаю, она просто вот вся была. Сейчас она вот уже на протяжении сколько? Месяцев 8, ни одной. Если вы хотите сохранить дом, здоровье, делайте систему увлажнения, это не реклама. Мы просто в гарантийных обязательствах теперь пишем, что если влажность стен ниже 10%, мы уже ответственности за это не несем. Нужно просто человеку не просто объяснить, что это надо делать, а все-таки немножко как бы настоять на этом. Ну, каждый на свое усмотрение, но мы обязательно предупреждаем. Потому что, может, многим нравится. Мне тоже дети говорили: пап, ну это же дом деревянный, ничего страшного, там трещинка одна, другая, какие проблемы? Систему увлажнения выбирали долго. Выбрали канадскую, тоже по причине она наиболее бюджетная была. Но, могу сказать, система увлажнения тоже были приколы. Анализируя все, могу сказать, что не по причине какого-то некачественного оборудования, а по причине того, что они сами не знают, как это оборудование устанавливать, да и никто не знал на тот момент устанавливать в деревянных домах, загородных домах, где вода идет из скважины, то есть она очищается при помощи аэрации. Первое, нужно было поднимать давление воды наверху, чтобы она работала прилично. До сих пор, кстати, вырубается по той причине, что
не хватает давления. То есть я сейчас что-то буду думать, ставить там какой-то аккумуляционный бак там, и так далее. А самая большая проблема, что когда вся очистка работает при помощи аэрации, то есть вы, открывая воду в кране, вы видите, что там пузырьки такие, белая вода. Так вот эта белая вода, потом пузырьки начинают собираться в большие пузырьки, попадают в систему плунжерных насосов, которые основной агрегат, который стоит в системе увлажнения, и они выходят из строя. Эту проблему как решить, я теоретически знаю, но мы переподключились от скважины на воду, которая идет от нашего кооператива, от поселка, и эта проблема ушла. Но эффект, который она дает, потрясающий. Во-первых, и воздух, и приятно, когда такая прохлада идет. И чувствуешь сразу. Вот мои домашние сразу чувствуют, когда увлажнение по каким-то причинам отключается. Но только эта система, где впрыскивается водяная пыль, так сказал, воздух, работает эффективно. Все остальное не работает. Пробовали все. И вот сейчас смотрю и радуюсь, потому что ни потолок не рассыхается, ни стены не трескаются. Все в идеальном состоянии. Есть еще одна вещь. У меня стоит приточно-вытяжная вентиляция. Мы любим камины. Летом это работало все эффективно, зимой пришел, зажигаем камин, а у него идет обратная тяга. Я не могу разжечь. Так вот, мы тоже выяснили, что если приток меньше там, 600 кубов в час, у вас камин работает как приточная вентиляция, обратная тяга. Идет оттуда холод, ну, соответственно, тяга в обратном направлении пока не прогреется, не тянет. Как сделали, я прям брал, увеличивал. И вот как только 600 отметка прошла, у меня моментально все изменилось. То есть у меня холодный воздух из камина идти перестал. И тяга шикарная. И сейчас в любое время суток и года можно зажечь на раз. Работает спокойно, тихо. Поэтому если вы не делаете приточно-вытяжную вентиляцию, а хотите, чтобы камин работал, сделайте хоть какой-то приток там, локальный и так далее. Все эти сказки про то, что нужно делать трубу, которая идет, мне там все время говорили, я даже себе сделал с улицы, чтобы кислород не выжигало, такая труба перед камином, ничего это не работает. Я потом разговаривал со специалистами, говорю, да это кто-то придумал, какой-то не очень правильный человек, и все и делают. В конечном итоге я все это закрыл. Ну, лишний какой-то воздух холодный. И задвижка, пытался, экспериментировал, больше, меньше, не работает. Вот мы как раз перешли к камину, потому что есть проблема, когда у тебя два света и делаешь камин, обычно труба доминирует над топкой. И так как вот это все придумано в моей компании, мы не нашли нормального дизайнера, который бы нам камин придумал. Мало того, когда мы его отделали, мы опять что-то придумали. Мне хотелось его сделать современным, но при этом, чтобы оторвать топку от трубы. А еще хотел одну ремарку, которую я забыл, очень важную, про то, что каменный пол или там не каменный. Есть еще летом проблема, когда у вас каменный пол, вы его все равно подогреваете, иначе он холодный. А теплый пол – это 24 градуса. 22 он все-таки кажется холодным. И он начинает греть вам воздух летом. И в комнатах становится тепло. Приходится включать кондиционер. Поэтому вот вы сами решаете, что вы хотите. То есть хотите комфортный там, пол. Кстати, дети очень оценили. Да? То есть у нас маленькие дети, они сидят, и никаких проблем нет. Дальше ходить по теплому полу приятнее. Или кондиционер. Вот теперь по поводу, хорошо или плохо жить в деревянном доме. Слушайте, ну многие скажут, слушай, ты строишь деревянные дома, себе построил, ну ты будешь там лукавить. Клянусь, были сомнения. Но когда... Еще, знаете, у нас везде каменные дома в поселке стоят, и мы так чувствовали, что к нам какое-то небольшое такое предвзятое отношение по той причине, что вот у них все дорогие, там каменные, а мы тут пришли такие, построили деревянную. Но когда я начал жить, с каждым днем я понимал, что я больше никогда не буду жить в каменном доме. Я не знаю, как это объяснить, понимаете, он живой, ты к нему подходишь, с ним разговариваешь. Высыпаешься на раз. Во-первых, очень тепло. Ну, скажем так, мы примерно в месяц платили, ну, примерно 10 тысяч рублей за газ. Если соседи платили примерно 30-40. Ощущения другие, понимаете? Вот другие. Что касается вот ухода за домом, вы знаете, я прошелся по кругу, мне не надо ничего делать. Мы его помыли керхером, и все. Он находится в отличном состоянии. У нас не полопалась плитка. У нас не отошел нигде наличник. Ну, в одном месте плинтус, по-моему, немножко, да, когда вот у нас такие процессы высыхания происходили, где-то плинтус чуть-чуть отошел. Но это мелочь по сравнению с тем, что все-таки это дом. Поэтому
Кто сомневается, могу вам сказать, что ну, надо дорасти, да, морально дорасти до того, чтобы поселить себя и свою семью в деревянном доме. Я думаю, я дорос. Вы знаете, так же считают все члены моей семьи. И маленькие, и большие. Все. Спасибо тебе, дорогой, за то, что ты вот у нас такой замечательный, красивый дом. Немножко расскажу о коммуникациях. У нас котельная стоит отдельно. Все спрашивают, как коммуникации, что, где, как проводится. Ну, электрика проводится внутри стен. Это мы делаем в процессе. Все остальные там трубы отопления проходят через пол. Мы покажем котельную. Все покупают какие-то котлы такие гигантские, дорогущие. Наверное, считают, что чем круче котел, тем и теплее будет. У нас маленькие итальянские котелочки, которые прекрасно справляются не только с отоплением дома, гаража там и другого хозяйственного помещения, но еще и с подогревом бассейна. Чем проще, тем надежнее. Вот это основной принцип. Какие были проблемы? Да никаких. Ну, иногда там помоют руки, накапает на датчик утечки, отключится вода в самый ненужный момент. Но лучше сбегать и убрать, чем отключить датчик и затопить дом. Все-таки народу много. Системы работают абсолютно адекватно, и никаких вопросов с ними нет. Также вентиляция. То есть у нас стоит приточно-вытяжная вентиляция, но не рекупуляция. Это дорогая, и я считаю, что ничего не дающая система. У нас разделен приток, разделена вытяжка, разделена. Они работают уже 1.5 года. Меняем фильтры, смотрим, сколько вот могли бы мы в себя вдохнуть неприятных штучек. Никаких проблем нет. Абсолютно никаких. Я, кстати, благодарен ребятам, которые делали вентиляцию. Я обязательно дам на них ссылку, потому что это, пожалуй, единственный в моей практике положительный опыт работы с компанией, которая выполнила приток и кондиционирование для дома, а не для завода, понимаете? Поэтому им спасибо. Коммуникации мы делали сами. Отопление и водоснабжение делала подрядная организация. Ну, могу дать ссылку. Ну, я бы поставил бы твердую четверку. Но есть одно но. Не судите о компаниях, о тех проблемах, которые они создавали, а судите о том, как они их решали. Те проблемы, которые возникли в процессе, по непонятным мне причинам, устранялись по первому звонку. Поэтому, если бы меня спросили, хочу порекомендовать кому-то их, я очень надеюсь, что они на опыте все ошибки свои признали и больше делать не будут. Поэтому я тоже дам на них ссылку. Опять же скажу, что устраняли они свои косяки вот с первого звонка. И вот уже на протяжении, наверное, ну, 8 месяцев никаких проблем у нас не возникает. Надеюсь, что и не будут возникать дальше. Ландшафт. Ну, честно говоря, построить дом, а потом ходить тут по грязи не хотелось. Мне хотелось взять себе так в уздечку и доделать. Я нанял компанию. Знаете, в эфире нельзя ругаться матом, но вот кроме мата у меня на ум ничего не приходит. Я не буду говорить, кто, потому что я очень надеюсь, что они услышат. Они наверняка следят за мной и сделают определенные выводы. Я понимаю, что ландшафтники работают 3-4 месяца в году, и что они должны за 4 месяца заработать много денег, но что столько много... Я не ожидал. Я вам покажу елочку, которую меня тут посадили за 120 тысяч, а рядом я купил за 37. Вы все поймете. Поэтому нам пришлось поехать изучить весь посадочный материал, который здесь есть в Московской области. И мы сделали с супругой вдвоем, нарисовали, привезли и посадили. Получилось или нет, это, наверное, решать будет вам. Но мы очень любим. И у нас зеленая, красивая, замечательная территория. Ну, Катенька, я тебе бесконечно благодарен за то, что ты мне помогла в этом вопросе. Делать полив надо, делать дренаж, если у вас вода стоит, надо. Если делать какие-то вопросы освещенности и прочее, надо, потому что это очень смотрится по ночам очень красиво, когда подсвечиваете свои не только там дорожки, а подсвечиваете еще и растения, которые у вас на участке. Чистить крышу надо, так метаюсь так из... Потому что была зима, помните, снега сколько было. Потому что вентиляционные пазухи закрываются на кровле, вентиляция подкровельного пространства прекращается и начинает вырабатываться активно конденсат. Поэтому нужно лучше позвонить, приедут люди, почистят. Да, это они там обязательно что-нибудь там вам сломают на кровле, но это меньше. У нас вот у соседа вообще кровлю проломило, блин, этой зимой. Вот эти могу дать советы, которые вот в двух словах. Сейчас я пройдусь по территории, покажу, может что-то на ум придет, я вам подскажу. Вот эта елка, замечательная
в кавычках, ландшафтная компания мне посадила за 126 тысяч. А вот эту елку мы сами купили, посадили за 36. И все остальное мы нашли, где это растет, и сделали сами. Так как цоколь высокий, я всегда всем советую перед цоколем сажать насаждения зеленые, чтобы как-то немножко его сократить. И мы решили с супругой сделать здесь розарий. Ну, знаете, какие красивые. У нас, конечно, есть фавориты. Это наш сосна, такая бонзай. Мы с ней разговариваем. Мы ее посадили в прошлом году. Я ее подстриг. Ты наш хороший. Она дала прирост хороший. Она такой фаворит на этой поляне. И в этом году мы купили вот эти вот три дерева. Это вяз, рябина и плакучая лиственница. Вяз тоже прижился. Смотрите, какой. Здесь нужно поставить стульчик и в тени вяза отдыхать. Как красиво все получилось. Компания Palex может делать не только дома, может делать не только замечательные барбекю и бассейны, она еще может делать ландшафт. Маленькая реклама самого себя. У меня есть еще один питомец. Мы его очень любим. И мы ему построили маленький домик. Просто на заводе было много отходов. То есть мы, когда приходит брус, мы его проверяем. И было много брака. То есть за 10 лет набралось прилично. И мы хотели выбрасывать. Я потом говорю, давайте я сделаю для собаки домик. И мы его сделали. Брус не хватило, поэтому купили такие дешевые окна. И сделали ему еще такое панорамное остекление. Там зимой тепло. Летом тоже тепло. Мы ее очень любим, поэтому идем к ней в гости. Зовут ее Перри. Это ризеншнауцер. Вообще моя любимая порода. Я даже не задумываясь об этом, я сделал от нее выход в дом, где там можно помыть ноги собаки. У меня там мастерская. Здесь половина – это собачья будка, половина – это просто хозблок, где складывать всякие там причиндалы. Ну, иди сюда, мой хороший. Иди. Вот так. Знакомьтесь. Это Перуша моя. Ты моя Перуша, моя девочка моя, солнышко мое. Да, да. Кто у меня самая лучшая собака на свете? Ну? Кстати, здесь нормально, прохладно. Продувается все. Здесь такой маленький хозблок, он всегда нужен. То есть мы складываем какие-то вещи, которые, в принципе, хорошо бы выбросить, но жалко. Ну и плюс здесь будет, наверное, все, что касается там шезлонги и так далее. Здесь пока, видите, тут такой, ну, достаточно все аккуратно. Вот, кстати, как кондиционирование, видите, у нас есть в доме кондиционирование, все блоки вот они находятся вот здесь. Это говорит о том, что работает только первый этаж пока. А теперь мы пойдем в дом через заднее крыльцо. Удобно, когда много выходов. Неудобно вечером, когда все ходишь и проверяешь, закрываешь. А здесь я вот, помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Тут я слесарю. А я вот здесь вот. Здесь вот я рисую, создаю шедевры. Вот видите, такая есть у меня инструмент, мне жена подарила. Вот когда началась голодовка, пандемия, все мы думали, что жрать будет нечего, и надо купить обязательно, там, я купил эту штуку. Это что такое? Стейки. Стейки те, которые, да? Вот стейки. Морозим всякие, жена компоты варит. Вот это вот, тут я слесарю. Вот. Ну и вот, собственно говоря, нервная система дома, все трубы, управление, куда, чего, где, как, зачем, все через эту штуку, и все автоматизировано. Вот стоят два компьютера, которые управляют. Поэтому это такое техническое помещение, крайне важное для жизнедеятельности этого дома. Вот, кстати, тоже обратите внимание, видите, так, заголочки, да, чистенько. Вот, а сейчас пройдем мимо, там есть галерея, в которую я никого не пускаю, имени меня. Есть такой стиль, флюарт называется. Это жидкий акрил. Вот это вот дерево на планете Бурь. А это галактики определенные. Это все на стекле, а это на металле сделано. Вот это вот планета. Ну, что-то я вот долго был связан с космосом. Я работал на Байконуре, закончил Московский авиационный институт, и меня вот космос всегда манил. И вот я что-то взял, и вот такие прикольные штуки делал. Мне нравится. Кто-то скажет, что это чушь. Ну и бог с ним. Я тут недавно был на выставке современного искусства. Вот там чушь, это чушь. Только стоит миллионы. Мои гораздо дешевле, обращайтесь к ним. Ну, скажем так, мы помещение первого этажа показывали. Достаточно подробно снимали, мы этим гордимся. У нас только детскую сейчас покажу. Она не доделана. То есть у нас немного мы заказали мебель. Вот она скоро придет. Мы сделаем отдельное видео по детской комнате, где заказывали. Почему? Потому что мы очень долго выбирали, думали, искали. Там живет мое солнышко, мое любимое. Вот, и вот заглянем к ним в гости. На секундочку. Так, тук-тук. Маська. Да.
Привет. Вот. Вон, смотрите. Вот лучшее, что я в этой жизни сделал. Смотрите, какие я качели девочки свои. Я человек не маленький. Ой, а мне тоже нравится. Ой, как хорошо. Ну что, пойдемте туда, где мы не были ни разу. К детям. Лестница. Второй раз делаем такую лестницу, второй раз работаем с этой компанией. Оба раза были какие-то не очень, опять же, ну, организационно не очень. Но сейчас работаем третий раз, делают шикарно. Да, скажу, это SM Квадрат компания. То есть нужно будет сказать, напишу телефоны, дам ссылки. Сделали очень круто. Им бы научиться еще это делать вовремя и без геморроя, цены бы им не было. Но очень крутая, красивая, удобная лестница. Это тоже произведение искусства, но не мои. Это мой иконостас. Вот каждый из вас делает, наверное, десятки снимков каждый день. Потом это складывает, в лучшем случае, в компьютер. Не знаю, чтобы кто-то распечатывал. Но я считаю, что лучший декор лестницы – это вот твоя семья. Вот ты ходишь и смотришь, ока, какие маленькие были детки. Вот 20 лет назад. Смотришь, что как меняется твоя жизнь. Каким ты был, каким ты стал. Гордость берет, что дети вырастают, какие они красивые, талантливые. Мы будем продолжать. У нас уже здесь новое поколение пошло, внук мой. Вот вся наша семья. У нас большая семья, у нас 6 детей. Я их бесконечно люблю, бесконечно ими горжусь. Здесь живут дети. Здесь 4 спальни, здесь 3 сына и дочка. Ну, с кого начнем? О, у меня есть сын, он круто играет на ударных, на гитаре. Вот такая у него комната. Опа. Ну, где-то так. Кстати, обратите внимание, прикольные кровати. Эта компания Лага делает, у нее все можно сложить вот внутри. Кстати, телефон как раз входит вот между, вот так вот берешь его, вот телефон, вот сюда кладешь, и он никуда не денется. Можно здесь книжку поставить, вот здесь у нее там пластинки такие, вот видите, он стоит. Очень удобная штука, вот смотрите, как горит. О. Вот светильник стоит, не знаю, по-моему, 1007, и лампочки, по-моему, 1500-2000. Вот получился такой, вот на отечественный. Прикольная штука. Кровать тоже висит, видите, она висит в воздухе. Такое интересное решение. Мы им закрыли второй свет окнами, для того, чтобы у них было свое пространство, чтобы они сами как бы вот, жили своей жизнью у себя дома. Вот мы идем сейчас еще к одному молодому человеку. Он у нас архитектор будущий. Ну-ка, бардак у него есть? Да вроде нет. Такой у нас футболист, видите, у нас даже есть Рональдо, автограф на футболке. Вот они интересные, живут. Свой мир у них здесь. Кстати, обратите внимание, какие прикольные шкафы. Он висит, как картина. Вот так работает. Можно постирать или другой сделать, например. Видите, такой. Тоже Лага делает. Вот туалеты. На втором этаже туалеты – это всегда проблема. Ну, проблема у того, кто не знает, как ими заниматься. Тепленько. Ничего нигде. Все окей. Мебель отечественная. Смеситель прикольный. Смотрите, какой. Можно вот так делать, вот так делать, вот так делать. Можно вот так сделать. Это плитка, когда стену между Берлином разрушили. Вот, стена была разрисована вот такими вот граффити. И на основе этого сделала... Но сделана плитка. Мне кажется, прикольно получилось. Это комната моей средней дочери. Она не так часто у нас бывает, но у нее есть своя комната, и я думаю, что это правильно. Здесь мой малыш, мой еще один, живет. Он у нас играет на пианино. Ну, видно, какими играми они увлекаются. Это все. Вот как вы думаете, сколько стоили шторы на весь дом? Хорошие такие, прям такие шторы. Блокаут, да. То есть нам насчитали первые 1,5 миллиона. Мне что-то плохо стало. Думаю, ладно, зачем нам шторы? Пускай интерьером нашего дома является природа.
Потом жена говорит, ну как ты ходишь, голый, там неудобно. Потом нам дали гигантскую скидку 750 тысяч. Думаю, фу. А потом мы узнали, сколько они стоят реально. И, внимание, все шторы в этом доме нам обошлись 180 тысяч. Бинго. Причем одни и те же. Вы можете сказать, что может быть ткань другая, это другая. Да мы даже нашли свои заказы, которые нам размещали. Та же самая ткань, та же самая тюль. Есть такое место секретное в Москве. И мы пришли и купили все. И еще тысяч, по-моему, за 60 все это пошили. И на круг, на весь дом, на всякий случай, он большой. Все это обошлось. 180, плюс 60, 240 тысяч. Вначале 1,5 ляма, потом 750 тысяч, а реально 240. Я уже говорил про систему увлажнения, она стоит везде. Здесь он в форсунке. В каждой комнате висят вот такие приборы. То есть он показывает температуру сейчас здесь 23 градуса и 43% влажность. И приборы здесь 42% влажности. Они связаны с там, мозгами, они находятся на чердаке. И когда влажность превышает 50%, они отключают систему. Когда не превышает, то прибор, который стоит внизу, на нем выставляешь влажность, он ее поддержит во всех помещениях. Очень удобная штука. Пойдемте, еще один туалет у меня есть. Вот она, видите, так, туманчик такой. Вот туманчик. У нас обычно закрывают лестницу, но дети там себе устроили штаб. Поэтому она вечно открыта. Надоело это ходить открывать. Они там лазят, что-то делают, там какие-то у них свои дела. Вот еще один туалет. И, кстати, вот в том туалете, который вы были, был потолок гипсокартонный, а тут мы сделали деревянный. Вот такой у нас был. Здесь есть ванная. Видели? Шовчики видели? А здесь? Видели? Это все Палекс. Красивая плитка. Шикарная отечественная мебель. Опять же, китайская кабина. Все бюджетно. У нас, кстати, в компании есть ноу-хау. Вот это вот под нами, это плита бетонная. Обычно кладут лист там оргалит, еще чего-то, потом стяжку, плитку, там кладут теплый пол там на основе электричества. У нас вот такая вот бетонная плита, интегрированная в параллельные венцы. Все коммуникации снизу, то есть я могу с первого этажа, разобрав потолок, добраться до всех коммуникаций. Но здесь, извините, ничего не трясется, ничего не лопается, и весь каркас гипсовый, здесь много, видите, плитки. Он вмонтирован в эту плиту, и когда дом двигается, он тащит за собой все. И поэтому нигде, вот там уголочки обычные, видите, такие, нигде ничего нету. Вот так. Это моя территория. Я очень люблю готовить на гриле. Мы раньше справлялись как-то вот на веранде дома, но всегда это было немножко так, не на месте. Всегда мечтал сделать беседку, в которой бы я летом готовил, отдыхал, делал шашлык там. Так как мне не разрешили построить дом с бассейном, я вот построил бассейн тут рядом. Она сделана как юрта. То есть здесь две стены там, с небольшим закрытые. Сверху сделаны такие вот пространства. И здесь никогда не бывает жарко. То есть всегда воздух проходя, то есть готовлю ли я еду или еще что, здесь всегда есть такой легкий бриз, легкий ветерок. Ну и, конечно, я сделал бассейн. Мне все говорили, бассейн на улице – это вечный геморрой. Это вечно будет что-то плавать, вечно что-то чистить, вечно что-то делать. Я могу сказать, бассейн-кабриолет летом – это гораздо круче, чем бассейн-крыт. Пойдемте посмотрим. Это чаша. Он 9,5 метров длиной и 3,700 шириной. В общем, это абсолютно автоматический бассейн. Там стоит подпол небольшой, там стоит система химподготовки, подогрева. В нем сейчас 32 градуса. Я, кстати, с телефона могу этим управлять. Это самое востребованное место сейчас у нас. Особенно моря закрыты. У меня Мальдивы вообще дома. Мы тут собирались ездить на Мальдивы всей семьей. Посчитали и решили бассейн купить. Вот купили бассейн. Ну что, клуб-гараж. Ну, видите размер. Конструкция следующая. Стены кирпичные, утеплены и сделан вентилируемый фасад. Но я, честно говоря, не очень большой специалист по строительству каменных зданий. Я придумал такой прикол. То есть вся крыша всего этого здания независима от стен. То есть стены играют только роль теплового контура. Вот видите, столбы, да, вот стоят. Вот они несут через эти фермы.
несут все это пространство. Не только здесь, но и в котельной, и там дальше в техническом помещении. Здесь достаточно тепло, светло. Но здесь мы ставим обычно группу, расставляем такие фуршетные столы и отдыхаем. Вот мой красавчик. Обожаю мотоциклы. Езжу мало. Жена не разрешает. Но езжу. Я вообще давно езжу за рулем мотоцикла. Вот, знаете, как вот у женщин бриллиант даришь, она не знает, куда его носить. Я вот, у меня есть тоже бриллиант, не знаю, куда ездить. Вы думаете, какой самый главный туалет, самый посещаемый туалет в нашем доме? Вон там. Идемте. Это котельная. Котельная, система подготовки воды. Ну, это тот самый туалет, о котором мы говорим. Вот если вы не знаете, как сделать дизайн плитки, купите разноцветную. Возьмите вот так вот, приклейте. Будет круто. Вот котлы. Вот каждый по 50 кВт. 100 кВт общая мощность. Их задача греть, больше ничего. Вся автоматика должна стоять в доме. Видите, как мало труб. Такая простая система. В Америке так делают. То есть магистраль гоняет воздух по кругу, а котлы просто поддают туда немножко горячей воды, сколько надо. Просто, надежно и шикарно работает. Вот эта система очистки воды, ну она стандартная, то что о ней рассказывать. В принципе, вот мой аэратор отключили, вроде чтобы работало увлажнение. Система работает нормально, ну кто она сделал, написано, Икадар. И вот это автополив, то есть у нас есть скважина, и скважина не может работать напрямую, надо обязательно иметь такой демпферный бак. Вот у нас есть такой демпферный бак, и через него это работает. Проблем пока нет. Очень надеюсь, что и не будет. Ну, режиссер говорит, что я должен сейчас кое-что там рассказать секретное. Пойдемте, расскажу. Кстати, режиссер – это моя жена. Ну, а куда деваться? Ну, говорят, что здесь 80 квадратных метров. Кстати, битва за гараж шла не на жизнь, а на смерть. Жена говорит, ну зачем столько места занимаешь тут гаражом? Я лучше тут огурчики, помидорчики посажу. Был объявлен ультиматум, и она сдалась. И в конечном итоге он у меня есть. А теперь ей тоже нравится. Так бы гостей приняла бы дома, убирала после этого, чистила, они не знаю, весь пол бы своими каблуками, а тут все чисто и хорошо. Вот тут. И танцуем. Хороший гараж. Пойдемте конструктив. Я думал, как снаружи отделать. Ну, самое простое, мы сделали вентилируемый фасад. Это лиственница. Вот я вам говорил, что когда вот окно, то вот, не было деревьев, вот с того окна, здесь был лучик, который тут выжигал пароизоляцию. Ну, самое простое, мы взяли, вот сделали вот так. И я думаю, это правильное решение, потому что все остальные какие-то мудрые вещи, наверное, неправильно. Не надо его делать, чтобы он был совсем похож на дом. Мы его выделили отдельно. И мне кажется, получилось нормально. Я тут, кстати, планировал еще делать навес, но так как я поставил детям баскетбольное кольцо, и как-то вот эксплуатация... Сейчас пришли к выводу, что навес не нужен. Во-первых, не нужно захламлять гараж, и тогда машина просто встает, он не нужен. А дети здесь бегают, прыгают, гости приезжают. А так, навес – это лишние деньги, а для чего, пока я еще не понял. Но фундамент есть, посмотрим, вдруг, если такая необходимость появится, то мы его обязательно сделаем.